зрители! Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! И сегодня снова с вами я, Внукова Ирина Игоревна, и магазин нижнего женского белья «Жозефина». Я являюсь экспертом по продаже нижнего женского белья. Мы подберем вам нижнее белье, даже если вы не знаете своего размера. И сегодня я продолжаю серию видеопоказов о новом поступлении топов. Итак, видео номер 2. Этот топ, я бы назвала, является трансформером. Очень популярное слово. Значит, спереди он выглядит вот так. Сзади он идет как борцовочка. Материал микрофибра. Сбоку нет шов, бесшовный. В чем изюминка этого топа? Спереди идет молния. Мы эту молнию расстегиваем. И у нас раскрывается великолепная моделечка, великолепный вид на бюстгальтер. Бюстгальтер в черном цвете выполнен и с красной окантовочкой, как и весь топ. Чашечка идет на единичку, двоечку, и он спереди расстегивается. Я на манекене не буду расстегивать, я покажу вам на другом топике. Значит, размеры идут S-ка, M-ка, L-ка. Примерно этот топ идет на возраст девочек от 8 лет, ну и девушкам, ну, до 30 лет примерно. Вот. Я на себя прикинула, вот эта моделечка, эсочка, эмочка, элечка, как раз идет на объем 80-85. Значит, он еще и благодаря тому, что топик выполнен из двух слоев микрофибры, он еще идет как корректирующее белье. То есть он еще утягивает. Идет как лифчик. Вот такая красота. Встроенный бюстгальтер. То есть его можно носить отдельно под лосины, под брючки, как отдельную вещь одежды. И он очень-очень плотный. Он очень плотный. Сначала, когда я его... Сейчас я покажу. Вот застежечка спереди под углом 90 градусов. Открываем. И снова под углом 90 градусов закрываем. Вот такая красота. Он плотный, прям как корсетное белье. Для, чтоб осаночка была ровненькая. Расскажу еще размеры. S-ка, M-ка, L-ка. S-ка идет размер 40-42, M-ка 44-46, L-ка 46-48. Девушки, не забывайте поделиться этим видео со своими подругами, чтобы они тоже пришли и приобрели такие красивые корректирующие топы, чтобы заниматься спортом. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка дана внизу в описании. Всем до скорых встреч, всем до свидания.